Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфудин представляет книгу Натальи Правдиной «Азбука успеха от А до Я». В общем, читаю аффирмации из этой книги. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. «Я выбираю радость и красоту. Я воплощение юности, радости и красоты». Я приношу людям радость просто своим присутствием. Я солнышко. Я распространяю свою радость и любовь на весь мир. Я добрая, радостная и счастливая. Я готова принимать радость и счастье каждый день. Я прекрасное воплощение радости, красоты и женственности.